как хорошо. Туда начал заводить. Стояло 10 дней, постояло. Начал это заводить, свечу накал. Ну, свечей так. Накалываем выкану. Ты все. Стрелки попадали. Да, что-то не знаю. Я машину расставлю, где ты. Крем и снимаем. Обязательно. Вся электроника стоит. Да. Ну. Я крем ушел, поставил тоже. Мне надо было его тоже снять туда и вообще туда подземку нести. Да, да, снимают вообще. А не надо, ну по клемму скинуться. А откуда зовут? Я думаю, ну вот эти лампочки там. Нет, так дело в том, я сейчас машины все электронные. Ну. Все электронные. Снимаешь клемму, у меня одного аккумулятора за неделю, по-моему, я съехал на село. Ага. Новый аккумулятор. Электроника. В том году я съездил, сколько в Москву по 2 кинтона ездил. Я же не отключал никому, я тут не держал хорошо. Две недели работал. Я уже забыл выключить. А? Не знаю, все выключил. Ну, зажигание выключил, выключил, держа. Счел, пробил и все. Ничего, все. Держал, ну, год пошел. Так новый аккумулятор. Сейчас позвоню, пошел. Ну, в Москве я его немножко погонял. Там же мороз какие-то в январе месяце. Еще все в полуоборота заводилось. Накал свечей немножко подождал. Этот накал потухло, ну это не только это. Потом все, джин заводилось. Ну так, вот дергали, а потом джин завелась. Мороз хотел бы по 15, по 18 градусов. А может электролитом? Я не знаю, там что-то, это крышка какая-то. Это не разборная? Ну да, не разборная, я все не знаю. Ну сверху стоит такая плоская для меня. Это надо пилетером поднять, сейчас посмотрим. Раньше было, заткнул всю кнопочку, посмотрел, да? А это непонятно. Так это моя тоже, вот сейчас машину сломаю. Наверное, надо пилетером. Там глазок такой контрольный стоит. Это не разборный. Не разборный, да? Там написано, если черный, там все нормально. А как электролитами вот это? Возьмите. Не дольет? Ну, не разборный, почему я его называю? Ну, у меня черный пока, как говорится, как написано, зарядный. Глазок черный? Да, глазок черный. Она фона, да? Фона, да? Да. Там чуть-чуть зелененькая светит. Сейчас только походил, когда он его брал, не знаю, где посмотреть, там не зафиксировано, сколько он глазок. Вот у меня Ford новый.
это 18 года, января, ну, ой, 18-го, потом декабрь, декабрьский, по Дыновике, там новый маршрут был, когда в том году ездил. Ну, никто еще в этом считает. Возьму не работал, вот, на новый маршрут на карту. Ну, как бы, прошло, но, один слово. Ну, вот эти плохо, как он там, пища такая, знаешь? Ну, вот это всё. Ну, на Володе как-то берёт, короче. На 16 метров. На Володе пошли. На Володе пошли. Что-то у нас их не пошли. Не пошли, да? Ну, мне понравилось. Как относительно? Мороз. Домой всё хорошо. Надо именно сторону отдать, чтобы довести. Здравствуйте. Время полное здесь, когда можно. Ну, сейчас. Ну, что я не не знаю, Вася поехал. Да, уже 3 месяца. Я не... А? Ты понимаешь, он сказал, что он уже приехал. А, я уже приехал. Да, зеленый. Зеленый. А я ж не вижу, опять все приедет. Мне там помогало. Так, это там нахуй. Ну, возьми. Ты помни, не главное. Там по нам начали. А сейчас ты не можешь. А тут красный так он стоит. А я хотел бы уже давно купить, чтобы это нормально. Он сам не знает, что это город этот. Кто мне поддавит, то охватит. Потом нет. Уже ты четвертый. Поехал за рапостет, ты четвертый. Вася. Да, сейчас вообще я тоже знаю. Ну, нормальная машина. Ну, не знаю. Это рамка. Но. Так, готов изучить.
Thank you.
остановке, пожалуйста.
нормально. Хорошо. Наступайте, потому что я вижу. Увидимся еще. Ну да, хорошо. Хорошо.